Говорит и показывает город-герой, Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Яна Витренюк. Здравствуйте. Стратегия развития современного города должна прежде всего отражать потребности его жителей, уверены эксперты, собравшиеся на 6-м форуме городов. В центре внимания малые города, имеющие особое значение для достижения технологического суверенитета и стратегического лидерства страны, в частности, центры атомной и космической промышленности. Главная задача форума – поиск сервисно-инфраструктурных решений, которые позволят привлечь в эти города высококвалифицированные кадры. Мы хотим посмотреть на города как наборы сервисов для людей определенной категории, тех талантов, которые городам нужно привлекать, вовлекать и в этом смысле конкурировать не только как малые города с малыми городами или даже с региональными столицами или даже с нашими федеральными столичными городами, но и с зарубежными странами, и с зарубежными столицами. Мы говорим о новой управленческой культуре, когда мы смотрим прежде всего на то, для кого мы делаем и что эти люди хотят, и помогаем этим людям полностью реализовать свой потенциал. На форуме собрались мэры городов с высоким научно-технологическим потенциалом, представители общественных организаций и крупнейших корпораций страны. Как считает директор департамента по взаимодействию с регионами Росатома Андрей Полосин, Севастополь хоть и не является малым моногородом, но обладает значительным научным и человеческим ресурсом для развития высокотехнологических сфер экономики. А значит, контекст форума актуален и для него. Севастополь – это уникальный город для освоения и понимания моря. И весь комплекс научно-технологических решений от микроэлектроники до судостроения может быть комплексно задействован для развития экономики города. Материалы форума города будут использованы для разработки программ развития территорий и направлены в правительство России. Архитектурно-художественный совет при департаменте архитектуры и градостроительства Севастополя отверг облик новых зданий на въезде в город. Речь идет об участке на перекрестке проспекта генерала Острякова, Балаклавского шоссе и шоссе генерала Моргунова. Члены совета раскритиковали внешний облик многоэтажной застройки, которая, по идее, должна украшать одну из главных дорог Севастополя. По итогу заседания лишь один из четырех проектов получил согласование со стороны экспертов архитектурно-художественного совета. Очередное заседание архитектурно-художественного совета продлилось более полутора часов. Повестки было 4 проекта. Один из самых масштабных и значимых – облик новой комплексной застройки территории на пересечении проспекта генерала Острякова, Балаклавского шоссе и шоссе генерала Моргунова. Сейчас на этом месте пустырь. Часть территории занята автомобильной стоянкой. Согласно проекту, здесь появится комплекс жилых зданий и административно-офисный блок. Как рассказал Николай Гордюшин, заместитель губернатора и главный архитектор Севастополя, эта территория была предоставлена инвестору под застройку взамен участка, изъятого под строительство дорожной развязки. Местоположение и наличие крупных транспортных магистралей добавили сложности для освоения данной территории. Но это связано с тем, что участок сильно подрезает проектируемая развязка генерала Острякова, и инвестору позволено, собственно, территорию развивать в рамках комплексного развития территории. Мы сегодня много обсуждали не функцию, а внешний вид. То, что представили архитекторы, довольно свежо для города, поэтому мы все-таки приняли решение с архитектурой еще поработать, и коллеги представят еще один вариант. Более резкую оценку облику новых зданий на въезде в город дали остальные члены архитектурно-художественного совета. Большинство собравшихся назвали концепцию хаотичной. В итоге данный проект комплексной застройки территории был отклонен и отправлен на доработку. Второй проект – строительство торгового комплекса на Камышовом шоссе 7А. Здесь, по соседству с уже построенной яркой административно-торговой коробкой, инвестор планирует возвести 4-этажное здание обтекаемой формы. У экспертов совета возникло несколько вопросов по поводу организации парковки и общественного пространства. В итоге проект был отправлен на доработку. Тут нужно корректировать здание, видимо, по всей видимости, да, смотреть про развитие подземной части, возможно, парковку убирать вниз. Да, естественно, правильно относиться к лесу, который находится рядом, да, акцентировать вход в здание корректным образом. Да, проектом придется позаниматься, он непростой, но я думаю, что задумка у архитекторов неплохая, и проект все-таки получится. Третий объект – реконструкция торгового центра на Соловьевских складах. Здесь заказчик – компания «Севастополь-Бакалея». Планирует обновить внешний вид одноэтажного строения.
Автор проекта представил на суд совета несколько концепций. Проект был отправлен на доработку. По итогу заседания лишь один проект получил положительное заключение архитектурно-художественного совета. На улице Индустриальная 3 инвестор планирует построить производственную базу. Авторам удалось сделать проект обычного промышленного здания современным и легким. Члены совета единогласно утвердили облик строения и прилегающей территории. Комментируя журналистам итоги заседания совета, Николай Гордюшин также поведал о работе по проекту правил землепользования и застройки территории Севастополя. Прошли публичные слушания, сегодня комиссия. Мы готовимся к выходу на комиссию, обсуждаем, сортируем замечания. Сейчас порядка около 9 тысяч замечаний, мы последние данные, последние статистики, 8800, если не ошибаюсь. Мы их структурируем и, наверное, через там, неделю-две мы начнем проводить комиссии по, собственно, принятию решений. Лишь один из четырех проектов строительства и реконструкции получил одобрение со стороны экспертного совета. Сообщество. Николай Кузнецов, Денис Александрович, Севинформбюро. Возведение специализированной ярмарки «Народная» началось в Динопарке. Жители близлежащих домов возмущены и обескуражены такой организацией работы. Ведь по документам объекты торговли должны быть расположены совершенно в другом месте. Что это? Халатность и незнание улиц города? Или целенаправленное игнорирование распоряжения правительства Севастополя? Несколько дней назад на придомовой территории по проспекту Античному, 8, появилось объявление о проведении сельскохозяйственной ярмарки «Народная». Период работы с 30 июня текущего года и до 31 декабря 2026. Функционировать объекты торговли должны с 8 утра и до 9 часов вечера. Инициатива хорошая, но вот незадача. Адрес указан: улица Павла Корчагина, 16. Одновременно с объявлением рядом с домами на территории Динопарка началось возведение железной конструкции под установку 10 ярмарочных мест. Если вы обратите внимание, на столбе синий плакат, там написано, что здесь создается комплекс непонятно каких павильонов в районе улицы Корчагина, 16. Это дом, который расположен через дорогу. На каком основании они пытаются разместить здесь свои киоски, нам непонятно. И непонятно, как она будет функционировать. Люди, которые производят строительные работы, а если видите, они производят их очень быстро, они не хотят предоставлять нам все документы, разрешающие на строительство своих объектов именно на этом участке. Создание специализированной ярмарки в этом районе города регламентируется распоряжением Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка правительства Севастополя от 15 июня текущего года. Однако адрес там черным по белому указан: в районе дома номер 16 по улице Павла Корчагина. Проспект Античный в документе не фигурирует, как и территория Динопарка. Около Корчагина, 16, существует два пустыря с подъездными путями. Как можно увидеть, у нас здесь подъездных путей нет. С одной стороны, со стороны дороги тротуар, здесь прогулочная дорожка парка, здесь дворовая территория. Вот. Извините. Кроме того, нарушены все санитарные нормы. По Санпину не разрешается разгрузка товара со стороны подъездов жилого дома. Данная ярмарка примыкает прямо к нашей дворовой территории, и подъезды расположены со стороны ярмарки. Жители домов по проспекту Античному, 8, убеждены, территория парка точно не место для ярмарки. Динопарк – одно из немногих мест отдыха в этом районе города. Здесь гуляют мамы с детьми и проводят время собаководы. Кроме того, инфраструктура не позволяет разместить торговые павильоны рядом с подъездами. Отсутствуют подъездные пути, парковочные места, мусорные контейнеры. Да и вовсе соседство с ярмаркой люди не хотят поблизости есть несколько продуктовых магазинов. Я считаю, это абсолютно несправедливая ситуация, так как, собственно, будут подвозиться машины, товары здесь будут они разгружать, здесь куда они будут выкидывать мусор из большинства продукции, которая тут будет реализовываться, это будут продукты, непосредственно мясо, рыба, вот такое. Вот. И самое странное в этой ситуации, что он будет находиться, эта ярмарка, непосредственно рядом с домом 8В, хотя по плану она находится возле 16-го дома.
Каким образом получилось так, что дома, расположенные по проспекту Античному, 8, оказались рядом с домом номер 16 по улице Павла Корчагина, непонятно. Их разделяет проезжая часть, сквер и расстояние в несколько сотен метров. Не видит в этом проблемы представитель будущей ярмарки. По его словам, вся разрешительная документация у организации есть. Место соответствует заявленному, сейчас идет процесс формирования площадки и благоустройства территории. Ярмарка получила технические условия на подключение водоснабжения и водоотведения городское, подано документы на получение технических условий от подстанции, которая находится непосредственно в близости. На ярмарке будет оборудован туалет, то есть все санитарные нормы по реализации товара будут соблюдены. Данная ярмарка организовывается для жителей микрорайона, поскольку там поблизости нет аналогичных, скажем так, объектов торговли. Однако жители домов по проспекту Античному, хотя и тронуты такой заботой со стороны организаторов ярмарки, но против ее появления в своих дворах. Сейчас севастопольцы написали коллективное обращение в Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка города с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В свою очередь телеканал НТС направит информационный запрос в профильное ведомство, чтобы выяснить, досадна это ошибка или намеренное игнорирование действующего распоряжения правительства Севастополя о месте проведения специализированной ярмарки «Народная». Яна Витренюк, Дмитрий Лелека, Сейфинформбюро. И в завершении выпуска отправимся на море. Севастополь уже четвертый год подряд принимает чемпионат и первенство Южного федерального округа по парусному спорту. Соревнования проходят в бухте Круглой. Гонки продлятся до 18 июля на базе яхт-клуба «Юг». И в них примут участие более 150 спортсменов из разных регионов России. Очередные статусные соревнования по парусному спорту проходят в яхт-клубе «Юг». Как говорят участники, бухта Круглая идеально подходит для гонок. В этом году на чемпионате и первенстве Южного федерального округа состязаются больше 150 яхтсменов. На торжественном открытии собрались не только опытные профессионалы, но и те, кто только начинает свой путь в морских гонках. Чтобы попасть на чемпионаты первенцев, в каждом регионе Южного федерального округа проводят отборочные соревнования. И сборная команда данного региона или города имеет право участвовать на чемпионате и первенце Южного федерального округа, где будет также произведен отбор уже для выступления на чемпионате России и первенстве России. Сильный ветер, на первый взгляд, должен помочь спортсменам выиграть гонку. Однако некоторым участникам мощные порывы воздуха могут, наоборот, навредить. Такие погодные условия вынуждают яхтсменов готовиться к выходу в море намного тщательнее. Если будет сильный ветер, лодка перевернется, гонка будет проиграна. Всегда гонка где-то длится порядка 40-45 минут, вот по таким ветрам, которые вот сейчас дуют. Она должна быть динамичная, спортивная, нельзя делать очень длинную, нельзя делать короткую, чтобы быстро она закончилась, для того, чтобы гонщики могли посоревноваться и с гонщиками, и показать свои умения при такой стихии. Правила соревнований просты. Выигрывает тот, кто сможет укротить ветер и прийти к финишу первым. А чтобы гонка была абсолютно честной, судьи будут дежурить не только на суше, но и на воде. Участники не должны сталкиваться с яхтами и мешать другим. Борьба будет, будем говорить, непростая. Есть классы яхт, которые конкурируют между собой. Особенно многочисленные, такие как «Оптимист» 72 участника. Там гоняются отдельно и более молодые гонщики, и уже которым уже подошло время заканчивать в этом классе. На межрегиональный этап в Севастополь приехали спортсмены из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей. Всего в гонках участвуют 14 команд. По результатам соревнований будет сформирована сборная Южного федерального округа. Ее участники отправятся на чемпионат первенства России по парусному спорту. Алина Рогожина, Дмитрий Фомин, Севинформбюро. А тем временем участники морского похода «Паруса памяти Черного моря 2022 продолжают готовиться к выходу в море. Уже прошли 5 практических занятий, на которых ребята научились азам управления шлюпками на веслах и под парусом. На освоение техники осталось 2 недели. Для того, чтобы выход в море считался успешным, необходима теплая погода, немного ветра и хорошая команда.
Именно таким сочетанием заручились юноармейцы, проходя очередную тренировку к походу паруса памяти. Сегодня спасение человека, упавшего за борт. Походу мы готовимся на базе Нахимовского военного училища. Мы учимся надевать спасательные жилеты, кидать спасательные круги, кидать в конце Александрова, ходить на море под парусами и на веслах. Я родилась и выросла в Севастополе, учусь на судоводителя. Мне это очень интересно и очень нравится, что море – это своя жизнь. Практическая подготовка к походу началась еще в марте. Тогда ребята выходили в море на шлюпках каждую неделю. Однако паруса памяти предполагают еще и умение управлять парусными яхтами. Для этого участники похода состязались в разных соревнованиях с мая по июнь, чтобы с каждым разом увереннее совладать с морской стихией. Ребята сейчас сдают и совершенствуют свои практические навыки по управлению парусным судном, тренируются в ходьбе на веслах на шестивесельном яле, также сдают нормативы по умению действовать при команде «Человек за бортом», когда в случае, если участник падает за борт, как правильно его действие, экипажа в том числе, по эвакуации его на борт судна. И сдают нормативы по плаванию в открытой воде. Одна из целей проведения морского похода – получение опыта и совершенствование навыков. Участниками парусов памяти в этом году станут 335 ребят с 14 лет. Все они студенты, кадеты и курсанты разных образовательных учреждений, но связаны с самым важным – любовью к морю. В ходе этого похода примут участие около 350 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища, студентов Государственного морского университета имени Ушакова и его филиала в городе Севастополе, воспитанников Севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища, студентов Морского колледжа Севастопольского государственного университета, а также воспитанников детской морской флотилии имени адмирала флота Советского Союза Кузнецова. Поход паруса памяти будет проходить в три этапа с 9 по 13 августа. Сначала участники доберутся до Международного детского центра «Артек», затем до Феодосии. Конечная точка – Новороссийск, из которого ребята вернутся обратно в Севастополь. На каждой остановке их ждут внутренние соревнования, походы в музеи и патриотические вечера. Мария Легина, Юрий Риотин, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции городской 59-0060, а также мобильный +7 978 931 31 31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdefis.tv.com. Ждите новостей, до встречи и легкой вам пятницы!